А идет запись, да? Идет. Ну что? Я Елисей, Елисю и буду Елисить. Привет, меня зовут Елисей, и я катаюсь на лонгборде месяц. А, да, я с тобой, ты катался на чем-нибудь, Елисей? Нет, не было такого. Никогда, да? Вообще никогда. Вот один месяц стою. Все ясно. Покажешь нам какой-нибудь трюк, Елисей? Да. Что нормально для того, кто катается один месяц? Сейчас покажу. У вас уже YouTube-канал есть? Конечно. Снимаю! Че? Бучалки уже. Не знаю. Бучалки пока. Так, давай заново. Давай. Бучалки, пока бучалки только какие-то. Давай, матрешка, это эффект видео, так всегда. Все, что ты делал, ты разучиваешься делать, как только начинается видео. Это норма. Опа! Пойдет. Три два раз. Это собственный трюк. Вы умеете делать то же, что делает Елисей? Почему нельзя кричать, что я хочу от тебя детей? Ну, Илья, сколько ты стоишь на доске? Я тоже месяц, но я так еще не умею. А ты, Андрей? Подожди. Да, два месяца, я поняла, да. Я хотела предположить, что месяц. Александр Ершов, вы же месяц стоите на доске? Три недели. Сколько? Три недели и два дня. Ага, ясно, понятно. Да, хорошо. А если мы уж по датам пошли? Это моя пятая неделя и 20... Да все, забудь. Они уехали.